Українське радіо Дніпро. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю вас. У студії ведуча Альона Грибельник. Шановні радіослухачі, до вашої уваги у прямому ефірі програма «Тема дня». Говоримо про розумні електронні табло на зупинках місцевого електротранспорту. У студії гість Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Вітаю вас, пане Ігоре. Здравствуйте. Шановні слухачі, якщо вас зацікавила тема програми, надсилайте свої запитання нам на Viber за номером 098-273-4557. Повторюю, 098-273-4557. У Дніпрі на зупинках електротранспорту встановили електронні інформаційні табло. Відтепер мешканцям міста буде легше та зручніше керувати своїм часом. Отже, пане Ігоре, розкажіть нам, яку інформацію показуватиме розумне табло та як зміниться ритм життя міських жителів, які користуються таким видом транспорту? Действительно, жители нашего города могут наблюдать установку информационных электронных табло на остановках. На данный момент установлено, физически установлено 150 штук. Есть вопросы с подключением к электропитанию этих приборов, но благодаря техническому решению мы нашли возможность их подключать непосредственно к контактной сети горэлектротранспорта. На данный момент запущено очень малое количество табло, то есть сейчас идет настройка системы по дальнейшему там, поэтапному подключению этих электронных табло. Что будет, ну и на некоторых там сейчас вы можете наблюдать, но это маршрут 21, там 3 сейчас работающий, и маршрут номер 2. То есть непосредственно с журналистами на медиа мы выезжали, и можно наблюдать следующую информацию. То есть в самом верхнем правом углу, в мигающем режиме, существует информация о текущем времени суток, и, соответственно, температура воздуха. Ниже строчка говорит о том, какой маршрут ходит через данную остановку, конечная информация о маршруте, конечной остановке маршрута. И самая важная информация, то есть предполагаемое время прибытия следующего транспортного средства по данному маршруту на конкретную остановку. Данное информационное табло имеют несколько строк, то есть также подразумевают общение, обратное общение с пассажиром. Если вы в какой-то момент времени произойдет какой-то сбой в работе электротранспорта, либо это ДТП, либо это отключение питания, либо выхода из строя подвижного состава, у диспетчера есть возможность отправить сообщение, текстовое сообщение на электронное табло с объяснением причины, ну и, соответственно, с вариантами выбора либо другого подвижного состава, либо там предполагаемым временем, например, ожидания следующей машины. Вот. Если все нормально, соответственно, информация обновляется. То есть это не значит, что одно электронное табло работает только под один маршрут. Логично, у нас некоторые маршруты совпадают, накладываются по определенным направлениям. Ну и, соответственно, через определенное количество времени информация может меняться. И таким образом мы можем на самом деле достаточно много маршрутов заложить на одно электронное табло, то есть с течением времени дождаться ту информацию, которая интересует конкретно, и увидеть в онлайн-режиме, когда же
на остановку прибуде то или иное транспортное средство. Ми також дізналися думку жителів Дніпра і зараз послухаємо, які переваги з'являться після встановлення інформаційних табло на зупинках та чи зручно ними користуватися. Я так думаю, може бути для кого-то і полезно, кому-то і не треба це совершенно. Може бути, це і зря, це може бути лишня трата денег, лучше би пустили би куди. Нужнее на те же дороги, на те же, на тот же транспорт. Транспорт весь разваливается. По мне так, мне все равно, какие остановки. Ну, есть и плюсы, и минусы. Может, кто-то и спешит, и обращает внимание на, когда прибудет транспорт. Ну, а я считаю это лишнее. Ну, я ставлюсь до этого нормально. Це дуже зручно, тому що приходиш і розумієш, скільки часу тобі потрібно буде, щоб приїхав твій транспорт. І таким чином ти можеш розраховувати на цей час. Я вважаю, що це дуже зручно. Я считаю, что это неплохо. Я, например, езжу на работу все время одним и тем же троллейбусом и в одно и то же время. Я знаю, что я выхожу, например, и будет идти вот без 10:09 мой троллейбус. Но бывает такое, что я жду, нету его. Я не могу понять, то ли он задерживается, то ли он вообще поломался по дороге и не появится, как это часто бывало. Может не идти на другую какой-то транспорт. Вот в этом плане, да, ты увидел, будет ли он в ближайшее время, либо его не будет. С другой стороны, непонятно вообще, а вот если они ломаются, например, как это будет дорого в обслуживании, недорого, как это будет вообще влиять на бюджет. Чи можете ви якось прокоментувати те, що ми послухали? Да, конечно, то есть на самом деле по в общей массе, да, людей, которые пользуются электротранспортом, то есть они явно видят преимущества данной системы информирование о состоянии, да, электротранспорта на том или ином маршруте. Ну, мне сложно комментировать человека, который сказал, есть и минусы, то есть что имеется в виду в минусах, найдите хотя бы один в этом проекте минус, например. Ну, наприклад, щодо коштів, можливо, малось на увазі, ну, які були потрачені на ці... На то табло. Есть, смотрите, мы с вами перед эфиром разговаривали и говорили о том, что сама система там, или подсистема информирования пассажиров при помощи электронных табло – это ну, часть глобальной системы электронной диспетчерской. То есть непосредственно отслеживание транспорта, ну, в данном случае электротранспорта, на маршрутах при помощи GPS-трекеров открывает огромнейшие возможности функционали электротранспорта, как электронных диспетчерских, и, соответственно, намного упрощает работу и нарядчиков, и табельщиков, и, соответственно, линейных диспетчеров, выпускающих диспетчеров, всего ремонтного подвижного состава. То есть, на самом деле, отслеживать работу машины на линии и получение информации о скорости передвижения, о конкретной точке расположения в то или иное время транспортного средства, это, ну, достаточно важная информация для работы всего электротранспорта. То есть для пассажиров это часть реализации. То есть первое – это непосредственно информационное табло, ну и, соответственно, эту информацию о нахождении подвижного состава можно передавать на внешние электронные ресурсы, как определенные приложения в мобильных телефонах, где вы можете открыть карту, посмотреть определенный маршрут и увидеть непосредственно, где находится тот или иной троллейбус, и сделать для себя вывод, либо его ожидать, либо выбрать другой вид транспорта. Также на этих картах существуют точки остановок. Эти остановки также они интерактивные, как точка. Вы можете кликнуть на остановочку, и после этого появится информация о ближайшем транспортном средстве и о следующем транспортном средстве. Здесь вы можете выбрать вообще любую остановку по маршруту, не конкретно там, где вы находитесь, или вы вообще находитесь в данный момент дома, выбирая остановку ближайшую, вам предлагается время
следующей машины и за ней, ну, две машины показываются. И вы выбираете, планируете свой график с учетом транспорта, и, соответственно, не нужно пассажиру стоять и ждать те 10 или 15 минут интервала в час пик электротранспорта, а выйти непосредственно под машину. Я считаю, тут здесь непосредственно плюсы. И мы не выделяем эту систему как отдельную затратную систему конкретно под узкие задачи. То есть в любом случае прогресс технически идет вперед, и применение GPS-трекеров, диспетчерской электронной, информационных табло, внешних носителей, они в любом случае должны выходить на первые места для удобства. Как можно посчитать время жителей миллионного города, нервы жителей миллионного города сравнить с какими-либо финансами? Я считаю, что на самом деле удобство інфраструктури городської вне якої конкуренції. Пане Ігоре, наступне питання до вас. Як відбувається обчислення часу прибуття транспорту, ми вже зрозуміли. Але якщо трапилася несправність транспортного засобу, наскільки швидко про це дізнається людина, яка чекає його на зупинці? Ну, здесь очень просто ответить. На самом деле обновление информации на мониторе происходит каждые 20 секунд. Как только быстро или как только узнает диспетчер о случившейся поломке и примет действие подачи текстового сообщения на экран, либо на группу экранов, либо по всему маршруту, ну, через 20 секунд там появится эта информация. Нагадаємо, ви слухаєте програму «Тема дня». Ми говоримо про інформаційні табло на зупинках. Наш гість Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Ми маємо наступне питання. Яке обслуговування потребує розумне табло та чи воно коштовне? Ну, как любая электронная техника, конечно, в процессе эксплуатации требует за собой определенного ухода. Если говорить в целом, то эти электронные табло, они достаточно приемлемы в эксплуатации в наших погодных условиях. Да, действительно, со временем могут выходить из строя светодиоды, которые непосредственно светятся, изображая информацию, но оно устроено блочно. То есть вам не надо будет заменять все табло, там такой механизм выемки блоков этого табло. Если иметь какой-то определенный обменный фонд, это действует достаточно быстро, можно заменить неисправное на существующее рабочее и уже там в каких-либо там условиях производить ремонты. То есть мы можем говорить о том, что это полностью ремонтоспособная система. И, допустим, выход из строя одного монитора, ну, достаточно сложного, то есть это же все-таки не телевизор, это все-таки светодиодное электронное табло. То есть они достаточно надежно работают. То есть я не думаю, что в процессе обслуживания будут выделяться громадные средства для того, чтобы это работало. Як впливають низькі або надто високі температури на такий пристрій, та чи можуть його зіпсувати? Повністю розчитано наші кліматичні умови. Ми маємо коментар заступника директора комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова. Давайте послухаємо. Наша сучасна електронна диспетчерська істотно покращить якість обслуговування пасажирів. Це відбудеться завдяки тому, що ми зараз маємо сучасні датчики положення під'їзного составу. Наші диспетчери матимуть інформацію щодо місця знаходження, швидкості та де вони знаходяться. Вони будуть більш правильно реагувати на обстановку в місті, яка швидко змінюється.
А наші нові електронні табло дозволять пасажирам дізнатися про точний час прибуття трамваю чи тролейбуса на цю остановку, а також проінформувати пасажира щодо затримання на маршруті. Пасажир зможе правильно прийняти рішення, як йому далі їхати. Ігоре Ігоровичу, а які переваги та чи є вони для міської влади у встановленні електронних табло на зупинках? Чи вплине рішення про встановлення таких пристроїв на затори у місті? Ну, управління непосредственно движением города немножко не в разрезе данной программы. То есть все-таки управление там автомобильным движением — это больше, соответственно, прерогатива светофоров. Я думаю, что там увеличить скорость техническую автобуса или там троллейбуса или трамвая, ну, не удастся, наверное, в связи с тем, что применяются эти табло. В качестве горэлектротранспорта мы с вами как бы обсудили, да, все преимущества, которые дополнительно помимо электронного табло дает реализация электронной диспетчерской. То есть вы должны это не забывать, что это одна из подфункций электронных табло. Что касается городского совета, ну, снова же, это обратная связь. Самое важное — это обратная связь с пассажиром, с жителем. То есть для того, чтобы пассажир адекватно оценил ситуацию и принял для себя верное решение по выбору другого транспортного средства вида, как вида транспорта, либо остался дожидаться электротранспорт. И, соответственно, снятие напряжения. То есть вы правильно говорили, и кто-то из слушателей говорил, что выходишь, и действительно в неведении должен быть машина, вы ее ждете, и непонятно, приедет она, не приедет. То есть, соответственно, в это время, ну, отношение к электротранспорту ухудшается, да, то есть они там вспоминают не слым тихим словом все руководство электротранспорта, то и в целом городской совет. Если идет обратная связь, я думаю, что если человеку сказать о причине, почему нет троллейбуса на той или иной остановке, я думаю, что социальный, как бы, такой эмоциональный момент будет снижен гораздо, гораздо сильнее, и, ну, все останутся в прибыли. У человека нервы, у нас, соответственно, мнение людей о городском совете, об электротранспорте в целом. Питання щодо заторів у місті мається на увазі, якщо більше людей почнуть користуватися тролейбусом або трамваєм, якщо це буде більш комфортно для людей, можливо, вони не будуть користуватися приватними засобами транспортними. Я думаю, что немного эти находятся в разном, знаете, таком классовом аспекте. Все-таки идет борьба непосредственно электротранспорта с автобусными перевозками, а не мы не боремся с частниками, ну, с частным транспортом в данном случае. Здесь именно пассажирообразующие потоки приходится выбирать тем людям, которые пользуются все-таки общественным транспортом. Конечно, хочется сделать инфраструктуру городскую и горэлектротранспорт, и автобусные перевозки, где невозможно использовать горэлектротранспорт, намного ближе к людям, чтобы они выбирали общественный транспорт в прерогативе частным автомобилям. Но мы должны понимать наши реалии, что на данный момент я не знаю, допустим, чтобы человек, как это делается в развитых городах, инфраструктурных городах, оставлял частный автомобиль где-то на периферии города и потом пересаживался на общественный транспорт. Хотя, ну, тарифная сетка стоимости парковки в городе, я думаю, тоже это будет влиять на определенные выборы, да, то есть парковка там по периферии будет стоить практически ничего, а в центре города будет стоить ощутимо, да, и тогда человеку будет все больше и больше заинтересованности в общественном транспорте и пересадки на пользование общественным транспортом. А чи планується оновлення самих транспортних засобів?
Да, смотрите, у нас сейчас два проекта, то есть один большой проект с Европейским банком реконструкции и развития на приобретение в кредит троллейбусных машин. Сейчас мы готовим решение сессии на право подписания кредитного соглашения. Думаю, в ближайшее время мы анонсируем и, соответственно, покажем всем жителям работу и в этом направлении. Параллельно существует проект покупки 20, ну, в первом этапе 20 трамвайных вагонов, уже бывших в употреблении, механизмом приобретения их в лизинг. Там также банк уже подтверждает возможность подписания этого проекта. Я думаю, что в ближайшее время тоже будет подписан этот договор, и машины придут в город. Там необходимо будет их немного модернизировать под нашу ширину колеи. Ну, я думаю, что на конец года там мы увидим даже и в данном случае продвижение. То есть по троллейбусным машинам это новые все-таки машины, по трамвайным машинам сейчас в ближайшее время планируется в лизинг приобрести уже бывшие в употреблении. Ми вже поговорили про ремонт, що робити, якщо зламається цей пристрій. Також є питання стосовно вандалізму. Якщо цей пристрій буде зруйновано людиною, як швидко його замінять? Чи це коштовно також? Смотрите, то есть само електронне табло, оно знаходиться в определенному чехлі, в определенному корпусі. І цей корпус, він рассчитан на вандалоустойчивость. Ну, я не хочу, чтобы проверяли наши жители, насколько он защищен, но уверяли разработчики, что прямое попадание там кирпича или какого-либо там твердого предмета это табло должно выдерживать. Ну, а соответственно, если вы же там что-то специально агрессивно делаете, ну, я не думаю, что какое-либо устройство выдержит там фантазії наших граждан, наших жителей. Наша програма добігає кінця. Пане Ігоре, дякую вам за змістовну розмову. Можливо, ви хочете щось побажати нашим слухачам? Спасибо за приглашение. Ну, конечно же, любимая моя фраза. Да, действительно, ну, достаточно сложно сделать реформы и в такой сложной сфере, как транспорт в городе, но вы должны видеть, и это действительно видно, что город обращает на внимание на муниципальный общественный транспорт все больше и больше. Я хочу поблагодарить при этом городской совет мэра Бориса Филатова, что действительно этой сфере в последнее время уделяется большое значение, и мы надеемся, что в дальнейшем транспорт общественный в городе все будет лучше и лучше. Ну и всем здоровья и удачи, мира. Спасибо. Дякуємо. Гостем студії був Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. У прямому ефірі для вас працювали ведуча Альона Гребельник та режисер Олександр Сохач. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.